В этот пасмурный майский день ивановские коммунисты вспоминают первый совет рабочих и крестьянских депутатов. То, как 108 лет назад на реке Талка собирались ивановцы и решали судьбу города. Вспоминают и расстрелянных рабочих. Отдать долг памяти решили возложением венка к памятнику борцам революции, одному из главных городских монументов. Только в отличие от родниковских чиновников, ивановские коммунисты цветы от памятника не заберут. Вспоминая прошлое, коммунисты остались себе верны и коснулись современной политической ситуации. Цветы они возлагают с надеждой, что советы возобновятся. Первый совет – это уникальное событие. Но, если хотите, начало демократии в стране. То есть, и потому что советы – это та же дума, только в профиль. Единственное, что советы – это более демократичный орган, потому что избирает большинство, избирает простым прямым голосованием. Вот, в отличие от тех выборов, которые сейчас происходят.